Всем привет, я Сергей с Флориды, и интернет бурлит информация о свадьбе Собчак и Богомолова. И я собираюсь дать прогноз, сколько этот брак продлится. И не просто я скажу время, сколько он продлится, я логически обосную, почему это именно так. Итак, сколько продлится брак? Брак продлится максимум 1 год, а может быть еще меньше. Объясняю. Значит, брак этот может... Кто будет инициатором распада, я предсказать не могу. Дело в том, что инициатором будут оба. То есть, если инициатором выступит один, то второй вполне был бы инициатором через там месяц-два. Объясняю. Значит, с моей точки зрения, Ксения Собчак является очень непривлекательной женщиной. Богомолов является, хоть он и урод, но он является художественным руководителем театра, и 150 студенток театральных вузов, красоточек, мечтают его соблазнить и таким образом продлить свою карьеру. Это то, что сделала в свое время Дарья Мороз, красавица. И сейчас красивая женщина была еще лучше. Вот, значит, то есть Богомолов каждый день будет делать этот выбор. Некрасивая Собчак или красивая студентка? Некрасивая Собчак или красивая студентка? Думайте, что он выберет. Что произойдет дальше? Ксения умная женщина. Она это дело всечет, она это дело почувствует. Что сделает она, после того, как она об этом узнает? Вы думаете, она подаст на развод? Нет. Вы думаете, она устроит скандал? Нет. Первым делом, что она сделает, она отомстит. Если, конечно, будет с кем. Самое удобное будет прибежать к Виторгану. Вот. Отомстит сразу. Значит, вот пошел распад. То есть, несмотря на то, что в тот самый момент распада не будет, но он будет очень близко. Это со стороны Богомолова. Теперь со стороны Ксении, почему этот брак распадется. Объясняю. Значит, Ксения — это самодостаточная женщина. Вот я долго не мог понять, что это за слово такое, новое слово в русском языке — самодостаточное. Вот, его не было, когда я из России уезжал, такого слова не было. То есть мне кажется, что вот это вот по теме. У нее хороший доход, и ни под чьим каблуком она сидеть не будет, и она сама по себе командир. Вот, значит, что касается женщин, которые не привлекательные, значит, у них, они действуют, как правило, по такому принципу. Так как желающих на них мало, то эти женщины действуют по принципу «кто попросил, тому и дала». Я не могу это более вежливо сказать. Вот как оно говорилось, такая поговорка есть. Вот. То есть рано или поздно кто-то начнет кадрить Ксению, вероятно 100%, что это будет более привлекательный мужчина, чем Богомолов. Чем это закончится? 100% результат. Значит, больше года этот брак не продлится. И если вы это видео посмотрите, кто посмотрит это видео, запомните вот это пророчество. Не смогут они быть больше года. Невозможно это. Никак это не произойдет. Все, пока, всем удачи. И желаю удачи Ксении, Собчак и Богомолову, хотя я не верю в удачу этого брака, но я всем желаю удачи. Пока!